Рубин приобрел полузащитника Атлетико Бильбао Пабло Арбаеса. В казанский клуб он перешел на правах свободного агента. Также, по информации немецкого издания Belt Online, Рубин может пополниться 20-летним полузащитником Гамбурга Гекханом Торе. Сообщается, что клуб согласовал условия личного контракта, и вчера хавбек прошел медобследование в Мюнхене. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро, причем половину суммы Рубин должен будет заплатить лондонскому Челси, за молодежный состав которого Торре выступал ранее. Косвенное подтверждение покупки пришло и от самого турка. В своем твиттере он оставил весьма интригующее сообщение. Также в списках возможных приобретений Рубина находится нападающий Ньюкасла Демба Ба и Арунака Не из Леванте. Впрочем, сам клуб трансферные слухи обсуждать не намерен. Обращением сайта, вся информация о трансферах будет только на официальном сайте клуба, потому что вокруг команды, вокруг Рубина ходит очень много разнообразных слухов. Многие, скажем, околофутбольные люди используют название Рубина в том, чтобы повысить цену своих игроков. Волейболистки национальной сборной России намерены взять золото на предстоящей Олимпиаде в Лондоне. Отметим, что нашим девушкам не удавалось взять высшую пробу аж с 1988 года. Максимум это было серебро в 92-м, 2000-м и 2004-м годах. В нынешний состав сборной вошли и 4 игрока из казанского клуба «Динамо». Это Уланова, Кошелева, Борисенко и Гамова. Не первый раз боремся на Олимпийских играх именно за золото. Да? 2 раза я играла в финале, и одни Олимпийские игры у нас были провалом. Но я считаю, что мы должны, мы можем. Я думаю, что, может быть, это и есть наш шанс. Накануне состоялось так называемое татарстанское дерби. Фарм-клуб основной команды «Рубин-2» принимал у себя дома КамАЗ из набережных Челнов. По результатам встречи сильнее оказался «Рубин-2». Единственный мяч в игре на 47-й минуте забил полузащитник Павел Шадрин. В последние 20 минут матча челнинцы создали немало острых моментов у ворот соперника, но ни один из них не был реализован. Ну, концовку почему-то подсели, не знаю, может, устали, чуть не пропустили, а так нормально все. К слову, матч этот был принципиален для обеих команд. Так как оба клуба являются представителями Татарстана, каждому было важно доказать свое преимущество. По словам хозяев, особенной подготовки к матчу не было. Мы просмотрели их тактические действия. Команда омолодилась, потому что там ряд игроков ушли. То есть и мы выходили играть так же, как со всеми, еще раз говорю. И никаких там каких для них привилегий не делали, то что команда с первой лиги. Также относиться, как и всем командам, с которыми играли. Что же касается челнинского клуба, то в стартующем сезоне он пострадал из-за коммерческих вопросов. В связи с проблемами финансирования руководство команды приняло решение прекратить участие в футбольной национальной лиге. И клуб подал заявку на включение в чемпионат зоны Урал-Поволжье. Серебряный призер чемпионата России команда «Динамо Казань» приступила к первым в этом сезоне тренировкам. Сейчас у хоккеистов втягивающий период. На стадионе «Мирас» спортсмены занимаются фитнесом и играют в футбол. А уже в первых числах августа игроки переберутся в Зеленодольск, где начнется командный сбор. В нем не будут участвовать несколько ключевых игроков, которых команда потеряла в межсезонье. Работа ведется, селекционная до настоящего момента ведется, и уже переговоры идут, и на стадии уже заключения контрактов есть ребята, и хорошие ребята, хорошего уровня тоже игроки, которые хорошо зарекомендовали себя уже в нашем чемпионате в предыдущие годы. А пока селекционеры «Динамо Казань» заняты составлением контрактов для титулованных игроков, с командой тренируются воспитанники местной школы по хоккею с мячом. 5 ребят, зарекомендовавшие себя в молодежке, это Денис Артюшин, Азат Ахатов, Михаил Угаров, Олег Тихонов и Александр Темников, будут помогать команде в борьбе за награды, не забывая при этом и о личных целях. Стояться в составе, остаться, чтобы не вылететь через на следующий год уже. Наверное, главная цель для меня это. Пробиться в состав в первую очередь. Буду работать, чтобы быть в основном составе. В том, что ребята составят достойную конкуренцию основным игрокам, тренерский штаб не сомневается. В копилке у каждого из этих хоккеистов немало и своих спортивных достижений. Пока, правда, только среди юниоров. Площадь перед спортивным комплексом «Ватан» на несколько часов превратилась в арену для тест-драйва различных велосипедов. Велосипеды предоставлялись на полчаса. За это время можно понять, насколько комфортна модель того или иного средства передвижения. Участников в среднем где-то набирается в течение всего дня от 40 до 60 человек. Это те райдеры, которые занимаются велосипедным спортом. К тест-драйву представлен почти весь модельный ряд, даже последние новинки. Здесь и шоссейники, и трейловые модели, и новая фрирайдная модель. Опробовать велики могли и новички, и продолжающие. Ограничение действовало только на детей, которым для участия в тест-драйве надо немного подрасти.
Для того, чтобы стать участником, нужно всего ничего. Пройти предварительную регистрацию, взять с собой велообувь, ну и, конечно же, шлем. Все для безопасности. Когда все готово, можно ехать. От разнообразия представленных моделей разбегаются глаза. Проводится тест-драйв совершенно бесплатно, благодаря чему количество участников превзошло все ожидания. Мы занимаемся скоростным спуском, тропами, это прыжками. В частности, у нас есть место, точка, спот. Юдинский карьер, там хороший спуск. Велосипедисты города на протяжении 5 часов тестировали велики. И даже после окончания мероприятия не хотели расходиться, а точнее разъезжаться. Ведь сюда в основном пришли уже опытные велосипедисты.